Всем привет, ребят. Вот решил побаловать вас раритетом. Машина Зингер. Что оно стоит? Как оно стоит? Пишите в комментарии. Все крутится, шьет, все в масле. По наследству. Вот. Старье, а не подводит. Так, вроде баловался в детстве. Ну-ка. Ни хрена не помню. Ладненько все идет, все смазано. Да, вот это, что нравится, вот эта бобина. Вот, разукрашена. Какой-то номер стоит. Да, тут еще крышка открывается. Брюки перевращаются в идеальные шорты. Все, лайк и подписка за такое видео. Всего всем пока.